Сегодня вашему вниманию я предлагаю тему Людмилы Румянцевой «Что происходит?». 4 августа 2021 год, читает Лора. Многие недоумевают. Что происходит? Такие энергии идут на Землю, а тьмы здесь хоть отбавляй. Значит, либо нас обманывают, либо чего-то недоговаривают. На самом деле, действительно, отрицательные структуры уже сложили здесь свои полномочия, так как они тоже подчиняются единому закону и вынуждены покинуть Землю. Пространство освобождено от прежних темных нагромождений, вибрационных завес и порталов. Все чисто. Это так. Так почему же мы видим, что все как будто по-старому? Насилие, войны, обман, власть, деньги, вымещение своего зла на детях, уничтожение природы, уничтожение воды на земле. Вся тьма осталась только внутри человека. Все, что накоплено и никак не может быть сброшено, сожжено огнем духа. Не хватает внутренних сил. Все, что мы сейчас видим негативного, это порождение самих людей, их низких инстинктов, связи с нижним астралом, прошлых закабалений темными магическими эгрегорами. Все это выходит наружу и создает энергетический смог. Это касается уходящей расы человечества, тех, кто здесь не остается. Под занавес они устраивают нам последние муки ада. Мы вынуждены терпеливо ожидать, когда и они исчезнут, и не останется ни следа от былого. Хочется еще добавить, что время помощи таким людям закончено. Если раньше им давалась рука помощи, то теперь каждый справляется сам. Зерна от плевел отделены. То же самое касается и нарождающейся шестой расы. Никто уже не вытаскивает вас наверх искусственно, показывая, как там хорошо. Искусственное повышение вибраций, как правило, заканчивается их падением, если человек сам не способен идти вверх. И рассчитывать сейчас приходится только на себя, на свой высший аспект. И такова нынешняя реальность. Маленькое дополнение. Дорогие друзья, я уже работаю на канале почти 10 лет. За 10 лет любому человеку рано или поздно в свое время попадался текст, который давал ему обзор, общее понимание или событие, в котором он мог проявить себя с какой-то светлой части самого себя. Но каждый же выбирает свое, каждый же выбирает выражать себя по-своему. Конечно, очень жаль, что многие люди не видят своего агрессивного, негармоничного, безрадостного, грубого, высокомерного, недостойного поведения, которое, в общем-то, и удерживает их. Потому что если бы человек это увидел, если бы он захотел развернуться сам к себе, то, безусловно, картина поменялась бы. Я хочу добавить, что на каждом этапе до последней минуты всем дается шанс. Каждому абсолютно человеку. Поэтому не теряйте своих шансов. Будьте внимательны к тому, что происходит с вами. Будьте внимательны к своим желаниям. Будьте внимательны к своим выражениям. Да, может быть, иногда хочется грубо ответить. А вы преодолейте. Просто позвольте себе либо промолчать, либо уйти, либо
Ответьте очень корректно. Это возможно сегодня, потому что вокруг вас уже совершенно другие энергии. Тем более в портале 8.08. Дается настолько мощная световая энергия. Было бы только желание. И тем, кто уже осознал и живет из своего сердца, то не стойте на месте, тоже двигайтесь вперед. Двигайтесь к объединению всех со всеми. На каждом этапе даются свои испытания. На каждом этапе идет определенная помощь. И на каждом этапе вы либо поднимаетесь, либо топчетесь на месте, либо спускаетесь вниз. Будьте внимательны.